Расселение из ветхого жилья не домами, а кварталами. В Белгороде появятся микрорайоны новой градостроительной философии. Комплексное развитие территории старой застройки сегодня стало темой брифинга с главным архитектором Белгорода Галиной Горожанкиной в рамках проекта «Городская медиасреда». Первыми новый подход на себе испытают два квартала, примыкающие к Центральному парку культуры и отдыха со стороны улиц Попова, Островского и Белгородского проспекта. На их территории находятся сразу несколько домов, подлежащих расселению. Программа по обустройству микрорайона рассчитана на 5 лет. Предполагает она снос ветхих и аварийных домов и создание на их месте единого архитектурного ансамбля. Впервые в практике областного центра белгородцы не будут расселены в другие районы города или на периферию, а останутся жить в своем квартале. Строительство пилотного дома уже ведется рядом с Центральным парком. Срок сдачи – сентябрь 2017 года. Изменить качество городской среды позволяет и сравнительно небольшая плотность населения в старых кварталах – 123 человека на гектар, а также хороший рельеф местности. Благодаря чему здесь есть реальная возможность вынести парковочные зоны за периметр дворовых территорий. Реконструкция коснется и Центрального парка, территория которого будет зонирована. Обустройство первых трех зон, а это тропопарк, а также площадки для семейного отдыха и детских игр, взял на себя инвестор.